14-летняя девочка из Якутии решила проблему замерзающих машин. Школьница изобрела и запатентовала устройство, позволяющее в морозы подогревать двигатели автомобилей от теплотрасс. Надо отметить, что девочка непростая. В свои 14 лет Зина Охлопкова уже является резидентом технопарка Якутия, членом-корреспондентом Малой академии наук республики и обладателем патента на устройство для поддержания теплового режима двигателя внутреннего сгорания, у которого отсутствуют аналоги в мире. Это устройство под названием гидротеплоавтостоянка способно решить проблему, с которой постоянно сталкиваются автомобилисты в суровые якутские зимы. Поскольку Якутия стоит на вечной мерзлоте, городская сеть теплоснабжения проходит под землей. Юная изобретательница предложила подогревать автофриз в двигателях автомобилей от теплотрасс через теплообменник от центральной системы отопления города. Зина подчеркивает, что этот способ дешевый и совершенно безопасный. Девочка отметила, что для эксплуатации гидротеплоавтостоянки не требуется гараж, а стоимость установки устройства в среднем на 10 тысяч дешевле другого популярного метода, которым пользуются якутские владельцы машин – электроподогрева двигателя. Зина уже создала опытную модель своего изобретения, получила патент и теперь планирует создать в Якутске систему тепловых парковок.